28 на 29 февраля все киноманы проведут бессонную ночь, ведь именно тогда пройдет 88-я церемония «Оскар». За звание лучшего фильма в этом году будут бороться 8 кинолент. «Безумный Макс», «Дорога ярости», «Бруклин», «В центре внимания», «Выживший». К слову, этот фильм собрал самое большое количество номинаций. «Игра на понижение», «Комната», «Марсианин» и «Шпионский мост». За звание лучшего актера будут бороться Брайан Крэнстон, Леонардо Ди Каприо, который, по слухам, и получит долгожданную награду. Также Майкл Фассбендер, Мэтт Дэймон и Эдди Редмейн. Лучшей актрисой может стать Бри Ларсон, Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Сирша Ронан, Шарлотта Рэмплинг. За лучший саундтрек года будут бороться 5 песен, из них такие популярные, как «Writing on the Wall» Сэма Смита и «On It» группы «Weekend». Также я отмечу, что за премию «Оскар» поборются 5 документальных фильмов, среди них и фильм о революции достоинства в Украине «Зима в огне». К слову, он уже есть в свободном доступе. Майдан – це голос народу. Голос народу – це голос Божий.